Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мюзик, и сегодня мы с вами послушаем Думи Омега. Новенький трачок от Думи, последний раз дропался 12 AM, который, как бы, ну, мне не очень зашел, но ладно. Вот, Омега, новенький трачок от Думи, сольный, спродюсированный Rose Hunted, Baby Plug и 180 Refs. 180 Refs был у Облака вчера, помню. Rose Hunted, нихуя не знаю, Baby Plug, понятно. Лама-Лама А4. Так, и этого мы видели вчера. Ага. Хорошо, давайте посмотрим, что это за новенький трачок, который набрал в телеграм-канале у нас 8%. На самом деле, это очень мало. Если вы хотите Думи видеть чаще на канале, то ссылочка в описании на телеграм. Обязательно голосуйте каждую пятницу за ваших любимых артистов. И не забывайте про Twitch. Ой, на Твиче мы с ребятами общаемся, слушаем музычку. И у нас вот такой еще дерзкий прогноз на марафоне синглов. Вот. Уже что ты пишешь такое, мы не любим Джерк. И у Майота был... Хорошо, я понял. Хорошо, реп. Хуйню уже несут в чате полную, блядь. Но это нормально, это дефолт. Итак, смотрим, что это такое, что это за трачок с альбома Do Studio. Надеюсь, что это будет хорошо. Омега. Пришло 800, я мои цифры как омега. Рой другой труль налево, нам право, мы едем на трейхау. Мы делаем столько мяса, хочешь я открою стейхау. Очень дорогое время, можно сравнить это с стейхау. Сегодня я не видел снова, глаза как там внизу. Цени тех, кого ты можешь понимать без слов. Просто люди, мы из тех, кто строит дом. Свой на рифмах и на звуки, среди левых мы изгои. Ай, холодное время, зима на запястье. Акулы на теле, открытые басти. На спинге деньги ловлю с без снасти. Ты должен был туман срасти, чтобы остаться из пепла. Страх это норма, но ты должен делать. Но я не буду тем, кто сыт. Чувствую голос всегда не наследный. Смотрю на мой коктейль. Из мелодии каждый день. Да, что-то как-то блядь. Спиню себя на драйве, я жалею. Я был в поисках миллиона чувств. То, что я дал, это все не верну. Да, ну разнообразно. Бля, слушайте, ну это интересно. Пришло 800, я мои цифры как омега. Рой другой труль налево, нам право, мы едем на трек. А мы делаем столько мяса, хочешь я открою стейхау. Очень дорогое время, можно сравнить это с стейхау. Раньше только постоянно, кстати. Цените, кого ты можешь понимать без слов. Не просто люди, мы из тех, кто строит дом. Свой на ритмах и на звуке, среди левых мы изгои. Так, ладно, надо будет переслушать. Бля, бей вообще страшно. Вот интересно. Как это все, блядь, звучит очень... Я не знаю даже, какое слово подобрать будет. Нет, это надо будет переслушивать. Ну, скажу честно, что 2.40 пролетели. 2.40 пролетели. В моменте, в куплете, действительно, были какие-то офбиты, блядь. Но вайб какой-то интересный. Давайте еще раз. Я не понял нихуя. Надо послушать. Провайдится попробовать. Но это интересно. Я не скажу, что это хуйня. Как минимум припев интересный. Куплет тоже, блядь, структура страшная. Это все в совокупности с битом таким, блядь, тоже. Каким-то даже... Вот этот сэмпл, блядь. Пришло 800, я мои цифры как омега. Рой другой труль налево, нам право, мы едем на трек. А мы делаем столько мяса, хочешь я открою стейхау. Очень дорогое время, можно сравнить это с стейхау. Сегодня я не видел снова глаза, как там внизу. Цените,
кого ты можешь понимать без слов. Мы не просто люди, мы из тех, кто строит дом свой на рифмах и на звуки среди левых мы изгои. Ай, холодное время, зима на запястье. Акулы на теле, открытые басти. На спинге деньги ловлю с без снасти. Должен был туман срасти, чтобы остаться из пепла. Страх — это норма, но ты должен делать. Я не буду тем толстым. Чувствую голос всегда ненасытный. Смотрю на магазин из мелодий красок и дым. Спалил себя на драйве, я жалею. Я был после хмельного чувств. То, что я дал, это все не вернул. Да, слушай, очень интересно так, он реально пролетает. Он прям пиздец пролетает. Пришло 800, я мать, слышу как омега. Рой дергает труль налево направо, мы едем на трек. А мы делаем столько мяса, хочешь я открою стейк. Очень дорогое время, можно сравнить это стейк. Сегодня я не видел снова глаза, как там внизу. Не скажите, кого ты можешь понимать без слов. Но выкупать не то, что он, блядь, в бит не попадает, да, в куплете, потому что такое действительно есть. Я не буду тем тусы. Чувствую голос всегда насы. Хуй знает. Но, блядь, это пиздец как разнообразно, ёбнешься. Выкупать вот эту как раз, вот этот, уловить целостный вайб от очень многоидейного трека, очень разнообразного трека, пиздец. То есть сам бит, во-первых, там какой-то пиздец, что там с драмкой, вот этот сэмпл завораживающий, блядь, его голоса, он то так, сегодня я не видел стол, глаза как там, пришло 800, мои цифры как омега. Это как у Дракхила ритмика, нахуй пойми, как идет. Вот типа, да, тут хуй угадаешь, как он дальше будет делать, блядь. Слушайте, очень интересно. Я хочу еще раз послушать. Еще раз хочу послушать. И самое, что вот для меня удивительно, да, трек вроде бы сам по себе, ну, не знаю. Но он пиздец пролетает для меня. Еще раз трек хочу послушать. Кома трек. Не, я Лил Дракхила не слушал практически никогда. Ну, не практически, а никогда. Пришло 800, я мой цифры как омега. Рой дургует труль налево направо, мы едем на трек. А мы делаем столько мяса, хочешь я открою стейк. А очень дорогое время, можно сравнить это стейк. Сегодня я не видел снова глаза, как там внизу. Кого ты можешь понимать без слов? Мы не просто люди, мы из тех, кто строит дом свой на рифмах и на звуки среди левых мы изгои. Ай, холодное время, зима на запястье. Акулы на теле, открытые басти. На спинге деньги ловлю без снасти. Должен был туман срасти, чтобы остаться из пепла. Страх — это норма, но ты должен делать. Я не буду тем толстым. Чувствую голос всегда ненасытный. Смотрю на магазин из мелодий красок и дым. Спалил себя на драйве, я жалею. Я был после хмельного чувств. То, что я дал, это все не Шот, я мои цифры как омега. Рой дергает труль налево направо. Мы едем на трек. А мы делаем столько мяса. Хочешь я открою стейк. Очень дорогое время, можно сравнить. Вот это мне не очень. Куплете есть пару моментов. В целом ёбнутый вайп. Просто люди, мы из тех, кто строит дом свой на ритмах и на звуки среди левых мы сгои. Вообще, это не пойдет, это, блядь, странно для вообще. Вот это, блядь, вообще что-то говно. Четыре есть? А, это четвертый, да? Это не пятый. Я уже сам вообще там. Сейчас чекну, сколько там. Хорошо. Но это не в общем.
Потому что такое надо как-то вот... Во-первых, тут в биты есть. Трек не идеальный. Нет, сам по себе. Но вайб, блядь, очень интересный. Это, короче, уникальный бит и уникальная подача, блядь. Охуеть, я такого не слышу. Это очень интересно. Ну, ахуй, да. Окей, я не ожидал такого от Думи. Это очень интересно. Пиздец. Спасибо большое. Ждем альбом, получается. Потому что если там будут подобного рода треки, это будет пиздец какой интересный альбом. Будет что разобрать. Кайф, я кайфанул. Было необычно очень. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.